Целью данного меморандума является защита прав заемщиков, созаемщиков, гарантов, залогодателей, относящихся к социально уязвимым слоям населения путем принятия сторонами мер по регулированию проблемной задолженности, которые в том числе рефинансированы по условиям программы рефинансирования ипотечных жилищных займов, жилищных займов. Согласно данному меморандуму, для урегулирования проблемной задолженности банки предпринимают следующие меры. Это первое. Приостановление подачи исковых заявлений, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи с целью взыскания задолженности, возникшей на основании правоотношений ипотечных договоров.